Партнер держит вот так руки примерно вот на уровне живота. Таким образом. Да? Не прямо так, да? И моя задача вынести бедро и положить. Одной рукой я придерживаю за голень. Примерно так. Держу. Ага, вот так. Поочередно, правый, левый. Чуть-чуть побольше. Попробуем так, да? И задача положить. Попробуем наоборот. Да? Опа. И здесь я немножко поймал и придержал. Оп. Придержал. Можно немножко здесь доработать. Чтобы он был уровень. Вот. Здесь контролирую, чтобы, видите, у меня прижата голень была. И подрегулировать. Это вот дополнение с моей стороны. Вот. И здесь партнер старается поувереннее, по возможности прямо стоять. Да? Ос. Ос. С одной стороны. А можно немножко так руки подставлять. Давай так мягко попробуем защиту. Вот такую, да? Хорошо, еще раз. Хорошо. Работаем, а потом прыжки, то, что обещал. На что обратить внимание, можно первый раз прямо вывести, пронести острое у вас колено, что прижато. И направление прямо вот так. Почувствовать, что хорошо заходит, чтобы не было вот такого скользящей техники. И с правой левой ноги побили. Можно, видите, с ним. Сзади стоящая нога. То есть я выпрыгиваю и прыжки меняю позицию. Вот один. Здравствуйте. Можно сильнее. Учи Хайсоку. Вот так, красавица.